Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Сегодня мы будем крутить рулеточку на сервере Magin Roleplay. Итак, пацаны, это просто капец. Мы будем крутить на 1000 кредитов, то есть 1000 рублей. Я на такую сумму еще никогда не крутил, я на самом деле очень волнуюсь. Надеюсь, что нам что-то выпадет годное, потому что, 1000 кредитов, это очень много попыток у нас будет. Одна прокрутка стоит 49. С вас обязательно лайки, пацаны, давайте на этой серии наберем 200 лайков. Давайте реально 200 лайков за такой годный контент, пацаны. На 1000 кредитов вкрутим рулетку. Давайте первый запуск. Я просто надеюсь на то, что мне хотя бы выпадет монстр. Так, что-то оно странно, кстати, прогружается, увидите. Либо это у меня так как-то странно все. Видите, они полностью почему-то не прогружаются. Ну ладно, пофиг, в принципе. Главное, что не лагает. А видите, как-то прогрузочка у них страдает. Конечно же. Первая прокрутка нам выпала. Блин, монстр был рядом, пацаны. Просто рядом был монстр. Випка на 15 дней. Ну, блин, такое себе, конечно. Ух, сколько номеров было, вы видели? Блин, сколько номеров. Если выпадут хотя бы пару номеров, это тоже будет хорошо. Но нам выпадает обычный пистолетик галимый, который мне не нужен. Скины на оружие мне вообще не нужны. Раньше, в принципе, я был рад, когда мне какой-то скин выпадал, но сейчас у меня слетели, как бы, скиллы, и смысла мне от этих цветов оружия вообще нету, потому что я его не делаю. Так, рулетка крутится, ловыха мутится, и нам выпадает обратно. Так, давайте, я думаю, спустим до 500, и потом уже я, наверное, в аккаунт перезайду, либо перезаряжу страницу хотя бы. Так, и нам выпадает опыт. Ну, такое себе. Вот опыт вообще не хочу, опыт мне вообще не нужен. У меня и так 42 уровень, зачем мне опыт? Ладно, если бы я там был. Да даже если бы я был первый уровень, смысла опыта нет вообще. Проще саму прокачаться, чем за это платить бабки, как бы. 46 тысяч. Ну, такое, блин. Даже минус просто ушли. Весь хлам я потом продал, какой нам не нужен будет. Ну, блин, уже, пацаны, остается 650. Обратно опыт. Да ну нафиг. Зачем мне этот опыт? Алло. Опыт, уйди отсюда. Так, остается 600 кредитов. Блин, я вот волнуюсь, что мне ничего вообще не выпадет годного. Номера. Есть! Номера выпали, пацаны. Так, это уже хорошо. Это мне уже нравится. Номера — это хорошо. Так, мы уже купили 500 рублей, потому что номера стоят 500 доната, короче. Поэтому, да, мы уже окупились немножко. Но в том прикол, что у меня и так есть две пары номеров. Блин, я думал 400 тысяч выпало, а это 41 тысяч. Ну, такое себе, блин, вот выпало бы хотя бы 1300 денег, было бы нормально. Потому что деньги мне сейчас очень нужны, поэтому я хочу, чтобы... Ну, обратно опыт. Да ну нафиг. Опыт, уйди отсюда. Кыш. Кыш, прочь отсюда, прочь. Ты нам не нужен. Ну, блин, как бы за 1000 рублей хотелось бы увидеть какую-то хотя бы машину. Хотя бы того же X5 обратно выбить. Ну и, конечно же, нам выпадают лицензии. Ну ладно, крутим дальше, короче. Но, кстати, если выпадут права, я бы на самом деле их оставил, потому что... А хотя нахер они нужны. Потому что, типа, ваш право лишают, вы таких хуяк с призов забрали и заебись. Так, нам УЗИха выпала, блин, ну... Такое, знаете. Смотрите, что я выиграл уже. Это у меня были номера. Опыт, випка, пистолетики. Кстати, особо продать нечего, видите? Просто раз, два, четыре вещи мы можем продать. А так особо продать, по сути, нечего. Так, давайте крутим еще раз. Блин, я забыл страницу перезагрузить. Блин, машину плюс один уровень. Блин, ну не экспиха же, ёпту налево. Да ну нахер, блин. Давайте я страницу перезагружу. Херам собачьим. Так, крутим. Давай, давай. Ну, 300 кредитов, пацаны, осталось. Это пиздец. Если сейчас машина не выпадет, я просто охренею. Ну и, конечно же, комплект лицензий. Ну, такое, да. А, комплект всех прав. Фух, я что-то, пацаны, очень волнуюсь, что нам ничего не выпадет. Я просто реально очень... Подтормозит. Блин, ну твою дивизию. И нам выпадают деньги. Да, что-то как-то странно, у меня рулетка прогружает. 42 тысячи, да ну нафиг, блин. Ну почему? У нас осталось, пацаны, еще 4 попытки. Пожалуйста, нет, ну не опыт, ну нахера мне нужен? Зачем? Зачем, блин? Ой, ёптву налево, давай. Машину, машину, тормози на монстре. Ну где-то деньги обратно, обратно деньги. Нахрена мне деньги, зачем? Не, ну они мне нужны, но... 38, да ну нафиг. 38 тысяч, вы прикиньте, 38 тысяч, это просто жесть, серьезно, это просто жесть, давай, давай, выпадай, что-то нормально, кредиты, хотя бы сколько, ну, 89, отлично, так, крутим дальше, у нас осталась последняя попытка сейчас будет, ну, мы еще продадим, конечно же, так, ну, пожалуйста, ну, хоть что-то, ну, плиз, 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 ну, нет, блин, ну, зачем, блин, у нас остается просто, еще там, прокрутки, наверное, 3 будет и все. Да зачем мне оружие? Зачем оно мне? Так, давайте продадим, короче. Это продаем, это продаем. Так, это оставляем. Это нахрен продаем. Блин, сколько мне экспихи выпало? Это пиздец. Зачем так много? Алло. Так, это нет, номера я точно не буду продавать. Так, комплект. Хотя бы еще одни номера бы выпали, чтобы поспокойнее было, знаете. У нас даже не хватит. А, вот еще вывести в игру, давайте. Во. А, вот еще вот эту парашу продать нахрен. Вроде бы все, да, я больше ничего не могу продать. Так, у меня будет 3 пары номеров. Смотри, сколько экспихи просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Ну и денег упало 3 раза тоже. Не, ну випка это хорошая тема, но, блин, не за 1000 же рублей, понимаете? Так, у нас еще будет
5 попыток выбить что-то нормальное. Так, давай, пожалуйста, ну что-то нормальное. Ну не, зачем? Ну зачем мне провалить? А, ну, випка, блин, ну на 8 дней. Ну, блин, зачем мне випка? У меня и так есть 60 дней випки. Зачем мне еще? Сколько оружия просто? Блин, ну хотя бы это бы выпало. Плюс один уровень. Ну, блин, зачем? Зачем просто? Зачем? Ай, лучше бы хотя бы плюс 5 уровней, знаете, хотя бы сделали бы таким образом. Но плюс один уровень, это такой... Нет, 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 нет. Зачем оно мне? Ну, это... Пипец просто, реально. Это просто пипец. Ну давай, еще одна прокрутка осталась. Ну не... Ну пожалуйста. Ну зачем деньги? Ну зачем? Машину мне. Номера хотя бы еще один. 42 тысячи. Да ну нахер. Пацаны, последняя прокрутка. Пожалуйста, что-то нормальное. Ну, пожалуйста. Вот что-то прям нормальное. Пожалуйста. Блять, ну не деньги же, твою дивизию. 68 тысяч. Охуенно просто. Просто великолепно. Да, я больше ничего не могу продать. Все, пацаны, просрали все деньги, получается. Сколько у меня осталось там этих? Не, ну смысла, блин, сколько тут? 36, пацаны. 36, да? Я ничего здесь больше не могу продать, получается, да? Блин, ну, хоть номера выпали, это хорошо, но у меня их 3 штуки теперь, да? Ну, видите, много экспих просто. Деньги, экспиха и все. И випки там пару раз выпали. Ну, конечно, хотелось... Выбить машину, ну хотя бы X5, хотя бы, очень хотелось монстра выбить, потому что я очень хочу себе купить Майбах, очень хочу купить, но денег на него у меня нет. Я надеялся, что мне выпадет монстр, но, к сожалению, мне он не выпал. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.